Эдуард Суровый, не вошедшая. В 2015 году Эдуард Суровый выпускает свою линию ароматов. Пассажир маршрутки успевает вовремя открыть окно, и линия ароматов выветривается. Я пришел на авторынок, покупать себе машину. Lexus там стоит, а рядом Лада. Я спросил у консультанта, Lexus взять мне или Ладу? Эту взять мне лучше или ту? Он сказал, берите лучше эту. Ибо та гораздо хуже. Он сказал, берите лучше Lexus. Ибо ту не надо брать. Ибо та изготовлена в России. А Lexus классная японская автомобиль.